Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы сегодня вам предлагаем ритуал, который будет касаться вашей личной защиты. Этот ритуал называется «Золотая личная защита». Он проводится, конечно же, в полнолуние. И обращаю ваше внимание, если вы смотрите сегодня, то в скором времени у нас полнолуние, то есть мы говорим в пятницу, 7 февраля выкладываем ролик, 9 февраля у нас будет полнолуние в знаке зодиака Лев, ну а далее, если вы смотрите, например, это видео уже в марте, в апреле, в обязательном порядке, перед тем, как будете проводить этот ритуал, смотрите на лунный календарь. Что понадобится вам для проведения ритуала? Вам понадобится иголка длиной где-то примерно в 5 сантиметров. И очень желательно, чтобы она была именно позолоченная или хотя бы было ушко позолоченное. Также, где вы в магазине будете покупать иголку, в обязательном порядке приобретите нить золотистого или желтого цвета. Также вам для проведения ритуала понадобится ароматическое масло амбра. И если не можете найти такое масло, то найдите благовоние, или такое уже благовоние найдите, или можно заменить сандаловым маслом или благовонием. Где можно приобрести, как правило, или в аптеках продается, или в магазинах, в эзотерических магазинах. И следующее, что нужно вам приобрести, вам нужно зайти в храм или в церковь и купить свечку. Свечку покупаете небольшую, она вам нужна будет для проведения этого ритуала, потому что ритуал сам по себе достаточно легкий, быстрый и простой в исполнении, но если свечка будет долго гореть, то вам придется сидеть и ждать. Ну а теперь давайте поговорим о самом ритуале, как его вообще проводить. Итак, идеальное время для проведения ритуала «Золотая защитная игла» — это обед. День недели — воскресенье, но, конечно же, фаза Луны у нас полнолуние. В крайнем случае, если у вас не получается, то проводите за день до полнолуния или уже в следующий день после полнолуния. Итак, как мы уже говорили, для совершения этого ритуала вам необходимо взять иголку примерно в 5 сантиметров и, конечно же, должна быть нить золотистого или желтого цвета. Обращаем внимание, что когда вы будете покупать иголку и будете покупать нить золотого или золотистого или желтого цвета, нужно прошептать следующие слова: «Мне на защиту», «Мне на охрану», «Мне на силу». Если у вас есть возможность совершать ритуал на открытом воздухе под лучами солнца, то это будет вообще отлично. Но, конечно, если нет, то ничего в этом страшного нет. В таком случае проведите обряд возле освещенного солнцем окна. Кроме иглы и нитки, также вам потребуется ароматическое масло амбра или благовоние с таким же названием. Как вариант, вы можете заменить сандаловым маслом или благовонием. Итак, как мы сам проводим ритуал? Сначала вы зажигаете благовоние амбра, берете в руку свечу, нить ложите рядом, легонько смазываете иглу ароматическим маслом, нить нужно окурить благовонием и произнесить следующие слова: «Великие и мудрые силы Вселенной, сияющие силы Солнца, благословите эту иглу на защиту, будьте мне опекой и охраной, пусть будет так». Далее вденьте в ушко иголки золотистую нить и обмотайте ею иглу 12 раз. После этого произнесите следующие слова: «Игла защиты сотворена, мне на защиту свершилась». Носить иголку следует в одежде в области сердца, например, в нагрудном кармане слева. И такая золотая иголка способна защитить практически от любой напасти. Если по каким-то причинам вы не можете держать в нагрудном кармане слева, то вы можете время от времени ложить в таком случае вашу сумочку. Что же касается самой свечи, то пусть она прогорит до конца.
Друзья, вот такой вот ритуал вы можете проводить время от времени для своей личной защиты. А каждому из нас защита никогда не помешает. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ставя лайк под видео, вы таким образом оплачиваете наш труд. Мы вам очень благодарны и желаем вам мира, любви, гармонии. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно и великолепно. Ну а мы прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!